So, as you know, I'm an exchange student, and today is my last day in America. So I just wanted to give you a chocolate from my country. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эрик, я являюсь Мистер Текс. Сегодня у меня последний день в американской школе. Это просто пипец. Я просто не понимаю, как этот год так быстро пролетел. Это просто ужас. Сегодня буду прощаться со всеми учителями, также мне нужно будет сдать свой iPad, взять транскрипт своих оценок, а еще нужно... Look, I forgot what I wanted to say, dumbasses. I forgot. Ребята, Ану, студентка по обмену из Монголии, подарила мне крабовые чипсы, потому что она знает, что я их люблю. Thank you so much. My name, say my name. Let's go, Maya. I don't know the lyrics. Okay. I'm gonna post it. Shut up. So, у нас сегодня отменили гитару, потому что ученица должна куда-то пойти. Но ученица пришла ради меня в школу, чтобы попрощаться со мной. Я сыграл ей последнюю мою песню, а также смотрите, что она дала. Этот джакет с джаз-клуба. Я же раньше участвовал в нем, несмотря на то, что я бросил потом спустя какое-то время. Но смотрите. BE Music. И моя фамилия. Your Mac of Piano. Oh my god, that was so nice. И вообще эти джакетки нужно покупать самим, но она заплатила за меня, это стоило где-то 60 баксов. I love her so much, and I'm gonna miss everyone. And I'm gonna miss this dum-dum as well. She better cry tomorrow. I'm already crying. Yeah. Again. Panga. Yeah, but I have to, like, talk no, soon. Okay. День добрый, я Шимаша. So, короче, я записал видео родителям Майи. Я дал ей подарочки, казахстанский шоколад, еще такой кичей. А сейчас, короче, мы будем кушать чизкейк, который мой... Shut up! И сейчас мы будем кушать чизкейк, который мой хост-отец сделал вчера. Майя, try it. I mean, it's not as it should be, but it's still good, though. It's good. It's good. Nice. Good. This is a cover for Big Mommy, Alifka Brazilka. Oh, Big Mommy, Strobic Big Mommy, Stadom Ukrubishi, Dishna Govnie, Time, Wait, Zvoni, Petra, Zvoni, Francis, Big Tommy, Czekaj, Ania, Ważna, Znowu, Pisze, Moje Fami, Niemieckie Altaliu, Sosowe Zegarki, Włoskie Szampany, Japońskie Przystawki, Garbata, Kurwa, Jutso, Plus, Zino, Widok, Ten, Сейчас у нас идет анатомия, но я отпросился от класса, и я сейчас иду к своему guidance counselor, чтобы взять транскрипт оценок. Вот, а сейчас мои одноклассники пишут тест, но я его не буду писать, потому что это мой последний день в школе, и как бы... Упс, sorry. И в этом смысла вообще нету. Наконец-то получил свой транскрипт. У меня все пятерочки, все A. А, это вот у меня первый триместр, все A. Второй триместр, все A. Это пятерка. Сейчас я очищаю свой iPad, потому что мне его нужно будет скоро сдать. У меня всякие тут фоточки. Мои одноклассники на анатомии собираются работать с норками и крысами. Наш учитель только что показал их, и это просто, это пипец. Крыса была громадная, она была такая вот длиннее. Я пропускаю всю самую веселую часть. That's sad. Только что был неловкий момент, я разговаривал с одной учительницей, и она мне сказала «have a good trip», то есть «хорошего полета». И я ответил вам того же. That's so embarrassing. Кстати, только что у нас была драка в школе, я ее услышал и увидел. Я уже прощаюсь со всеми одноклассниками, друзьями, учителями, и это на самом деле очень грустно. А сейчас я играю на пианино, потому что у меня стадия холл, мне ничего не надо делать. Я также сегодня сделаю речь своей хост-семье, я просто скажу вам спасибо за весь этот год, и поэтому сейчас я пишу этот текст, возможно, моя хост-мама заплачет. So, I did the chemistry of baking, chemistry of cookies, because I made cookies. Do you want one? Sure, thank you. Я только что попрощался со своими моими одноклассниками в химии, и было так грустно, потому что это мой любимый класс, и там моя любимая учительница. И вправду грустно, но это жизнь, поэтому... Сейчас я на обеде, кушаем. Я не могу поверить, что больше не вижу этот коридор, эту школу. Так грустно. Я снова пришел в музыкальную комнату. Я, кстати, сходил еще в главный офис и спросил насчет моего билета на пром, потому что я на него не пошел из-за ковида. Надеюсь, что они мне вернут деньги. Они сказали то, что удержат какую-то сумму, потому что эти деньги пойдут на еду. Также я встретился с директором школы. Я попрощался с ним. Через 20 минут у меня уже закончится урок, и меня заберет мой хост-отец, и мы пойдем закрывать мою банковскую карту. А также мне нужно купить шоколад. Прощай, мой любимый кабинет.
музыкальная комната. Прощай, Бонни Игл, я буду по тебе скучать. Мы пришли в магазин, чтобы выбрать шоколад. Я купил шоколад в Казахстан, вышло на 37 долларов, нужно купить еще. Купил еще шоколад, выйдет на 27 долларов. Вот, идем оплачивать. К нам недавно пришла хост-мама одного студента по обмену, мы с ним поболтали минут, наверное, 5. Вот она попрощалась со мной. Также я уже собрал свой чемодан, в принципе, он уже полностью собран. Вот он, два чемодана моих. И, короче, сейчас мы идем на фильм на... Как его зовут, блин? На Доктор Стрэнджа, во! Мы, наверное, придем домой где-то в 9 часов, потом мне нужно будет принять душ, и дальше, наверное, буду спать. А, и, кстати, мне нужно взвесить чемоданы, потому что каждый чемодан может быть не выше 23 килограмм. Мы ждем моего хост-отца, чтобы он приехал на машине, и там сидит Элли. Элли. Элли, look at me. Hi. Hi, sweetie. I love you so much. Сейчас мы покушаем пиццу, а потом пойдем на фильм. Мы заказали пиццу. Эри, ай! Смотрите, твой хвостик. Ай, ай, смотри. Мы уже пришли домой с Доктора Стрэнджа. И я вам скажу, что этот фильм идеальный. Он настолько крутой. У меня просто голова там взрывалась там каждые 5 минут. Реально всем советую. И вот у нас сейчас где-то 10 часов вечера. Мне нужно дособирать чемоданы. Осталось совсем чуть-чуть. Завтра нужно встать где-то в 6 утра, потому что мы уже будем выезжать в 6:30. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и хорошего дня. Peace. Kiss you.